Словом можно убить, словом можно спасти, словом можно полки за собой повести. Притча о языке. Однажды Ксамф пригласил гостей и попросил Эзопа, своего раба, приготовить обед. В первый день самый плохой, а во второй день самый хороший. В первый день на первое, на второе и третье Эзоп приготовил язык. «Почему ты подаешь одни языки?» – спросили Эзопа. «Мне приказали приготовить самый плохой обед». «А что может быть хуже языка?» «Только потому, что есть язык, мы огорчаем друг друга, бранимся, хитрим, ссоримся. Язык делает людей врагами, разрушает города, даже целые государства. Он вносит в нашу жизнь горе и зло. Может ли быть что-нибудь хуже языка?» Во второй день Эзоп снова подал языки. Хозяин и гости изумились. «Мне велели приготовить самый хороший обед», – пояснил Эзоп. «При помощи языка мы изучаем науки, получаем знания, решаем различные вопросы, просим, приветствуем, миримся, выполняем просьбы, вдохновляем друг друга. При помощи языка строятся города, развивается культура. Думаю, что нет ничего лучше языка».